Домашний матч футбольного клуба «Химки» прошел в городском округе. Его главные герои – воспитанники Химкинской спортивной школы Олимпийского резерва по футболу. В этом году они стали победителями первой лиги первенства Москвы. Никита Польщиков, капитан команды, рассказывает, установка на сезон была безоговорочная победа. Тренер нам ставил задачу выиграть первое место. Вот, мы выиграли. За счет чего все это смогли выиграть? Тренер хороший. Да. Ну и команда вместе, все играли сплоченно. Кирилл Данилин занимается в Химкинской спортивной школе Олимпийского резерва уже 8 лет. Столько же он и его напарники шли к этой победе. Запомнилась концовка чемпионата, так как отрыв был очень маленький, и нам нужна только была победа. Из трех матчей нужно было 3 победы, и мы смогли одержать. И соперники так раз ошиблись, потеряли сильными соперниками очки. По итогам сезона химкинские футболисты получили 3 золотые и 2 серебряные награды в разных возрастных категориях. С выдающимся результатом юных спортсменов поздравил глава городского округа Дмитрий Волошин. Я поздравляю наших футболистов школы Олимпийского резерва с блестящими результатами и выходом в клубную лигу. Впереди у ребят новый вызов – борьба за звание лучших в клубном чемпионате Москвы. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.